Добрый день. В 2001 году я выиграла стипендию, которая давала возможность учиться в любом университете любой страны мира. Вот, куда бы вы поехали, если бы у вас была такая возможность? Я знаю, как на этот вопрос отвечали мои друзья. Оксфорд, Оксфорд. Это же круто. Я понимала, что то место, куда они хотят попасть, это Оксфорд, или МГИМО, или Сорбонна, или НГУ. Когда у тебя бесконечные, безграничные возможности, ты можешь часами крутить глобус, но в какой-то момент времени тебе нужно остановиться и купить билет. Так получилось, что рядом со мной в этот момент оказался человек, который показал мне другой способ выбора места обучения. Это была руководитель стипендиальной программы, и она сказала, что знания — это люди, которые этими знаниями обладают и ими делятся. Поэтому, когда ты выбираешь, куда поехать учиться, не выбирай континент, а выбирай то, сформулируй для себя, что ты именно хочешь узнать, и найди людей, которые тебе помогут вот этот кусок мира открыть. В тот момент для меня представление об образовании перевернулось, и мое ощущение границ очень сильно изменилось. Я перестала искать названия университетов, названия городов, куда бы я хотела поехать. Я много времени потратила на то, чтобы сформулировать, а собственно, чему я хочу посвятить свою там, часть какую-то часть своей жизни. И искала вот людей, которые могут мне помочь освоить какой-то новый мир. Когда мы говорим об образовании, когда мы думаем об образовании, мы очень часто идем по вот этой вот схеме. Значит, сначала должно быть какое-то место, куда мы должны попасть. Там автоматически, как нам кажется, будет круто, интересно, там будет такое образовательное пространство, будет, мы узнаем там много нового, и там будут интересные люди, с которыми мы познакомимся. И, собственно, когда люди задают вопрос, они всегда говорят, куда ты будешь поступать. Вы сразу видите там географическое отсылка к географии. И мы все свои силы тратим на то, чтобы пройти по конкурсу, там, взять эту крепость штурмом, попасть вот в эту какую-то географическую точку, которая, на наш взгляд, кажется там, для нас более адекватной и более полезной. Все остальное, типа чему мы будем учиться, в каком порядке мы будем учиться, у кого, все это история про лотерею. Потому что мы делегировали ответственность за выбор, чему учиться, в каком порядке и у кого. Мы делегировали это министерствам, ученым советам, да вообще кому угодно. Самое главное — вот попасть нам вот в эту крепость и эту границу перейти. И вы знаете, это очень сильно похоже на то, как люди в отпуск ездят. Они, вот есть разные люди, да, есть те, которые выстраивают свой маршрут, читают, что можно посмотреть в том или ином городе или в той или иной стране. И у них есть такой список, что посетить. Есть люди, которые предпочитают программу «Все включено». Это когда надо тушку на курорт доставить, а там вокруг нее все должно как-то соорганизоваться, и самое главное, чтобы был клевый экскурсовод, иначе как-то грустно. Так вот, людей, которые к образованию относятся вот по модели «все включено», их очень легко видно в любой аудитории, на любом семинаре, на любом тренинге. Это такие ребята: ну расскажите нам что-нибудь интересного. А еще там некоторые: ну что-то как-то скучно было в этот раз. Когда им попадается преподаватель, который ну, им как-то интересен, они еще ходят к нему на лекции, все остальное — такая досадная необходимость, которой, ну, блин, надо, что, надо же диплом-то получать, надо туда еще походить, зачеты поздавать. И, в принципе, с этой досадной необходимостью ничего не поделаешь. Поделаешь, если поменять подход. Если начать думать об образовании как об индивидуальном путешествии, которое вы совершаете, открывая безграничный мир, который вокруг нас есть. Если мы думаем о том, что нужно найти конкретных людей, которые станут проводниками в неком пространстве вашего интереса, а затем мы уже обратим внимание, в каких географических координатах эти люди находятся. Это требует совершенно других навыков от нас, навыков поиска информации. Это требует других сервисов, например, образовательных, по-другому структурированных сайтов, например. Но давайте посмотрим, насколько меняется ваше восприятие, ваше образование, если вы просто меняете местами фактически два слова.
Вот в своем 2001 году я нашла команду специалистов, которые в небольшом британском городе, в Бормуте, кто бы вообще знал, где это, они сделали магистратуру по мультимедийной журналистике. Это, кто не из медиа, это такой способ комбинирования текста, видео, инфографики, аудио, интерактивных элементов, комбинирования в некий цельный такой материал, цельный конструкт, который позволяет рассказывать журналистские истории более глубоко, с вовлечением, там, вот, с интерактивом, с там, работой с вниманием аудитории. То есть то, чего в то время как бы в России даже близко еще не преподавали. И ну вот 15 лет прошло, сейчас лонгриды, мультимедийные спецпроекты – это тренд в медиа. И вот эти 15 лет, что я в этой сфере, я открываю для себя этот новый мир, мне интересно. Там есть масса пространства для экспериментов, там есть масса сфер, где можно этот подход применить. Значит ли это, что я училась в крутом вузе? Но он даже в рейтингах не в топ-10. Значит ли это, что я училась у нужных людей, которые открыли для меня огромное пространство и профессиональной самореализации, и там, личного удовольствия? Однозначно да. Ну и вот представьте, я, значит, такая после Англии, приезжаю в Барнаул, я с Барнаула, и такая вся радостная, говорю, блин, чуваки, есть мультимедийный подход, который делает вот так, вот так, вот так, и мы делаем, и мы получаем себе обратную связь на интернет-сайтах, неважно, где, в каком формате это существует, но это же круто! Что я вижу? Наша задача — информировать. Вот это все ваше интернетное баловство, это не для нас, мы серьезная телекомпания. Ну, работу было найти очень-очень сложно, но мне было важно не то, чтобы как эту стену победить, или как... Мне было важно докопаться до, а почему люди так думают, почему они не принимают вот эту обратную связь. И знаете, я докопалась, я знаю, где эта собака, и понимание этого разрушило еще одну границу у меня в голове, границу между медиа и образованием. Ведь, по сути, между этими двумя сферами гораздо больше общего, чем различий. И в медиа, и в образовании вы узнаете о том, как устроен мир. В деталях и целиком. Вы смотрите на этот мир с разных сторон, вы собираете информацию, вы разговариваете с людьми, вы что-то читаете, какие-то данные получаете, пытаетесь эти разрозненные кусочки у себя в голове хоть как-нибудь в какую-нибудь систему согласовать и сделать. И... Да, сейчас. Сори. Да. Значит... В чем собака-то? Я вам сейчас расскажу. Филологи в зале есть? О, классно! Значит, вы знаете о том, что когда человек произносит какое-то слово, у него в голове возникает картинка, которая ассоциируется с этим словом. Значит, филологам отдельный вопрос, все остальные тоже могут участвовать. Какие слова синонимы к слову «средство»? Вот забудьте про массовую информацию, только к слову «средство». Какие синонимы вы знаете? Инструменты, методы, способы, возможности — это чуть-чуть, это куда мы движемся с помощью средств. Отлично, словарь синонимов нам дает пути, каналы, механизмы, методы, способы и инструменты. Отлично, физики в зале есть? Отдельный вопрос к физикам. Сейчас посмотрим, сдавать вам аттестат или не сдавать. Значит, что такое масса физики? Классно. Кто сказал мера инерции? Супер! Аплодисменты! Это, наверное, вторая аудитория в моей жизни, где это слово было произнесено. Да, действительно, массовая аудитория, она очень инертная аудитория. Вы представляете, какую работу нужно сделать, чтобы вот это все сдвинуть? Чтобы вас сдвинуть, знаете, сколько сил надо? Причем что с физической точки зрения, ну вот с телесной, что с интеллектуальной, изменять какие-то устоявшиеся там, стереотипы, предпочтения у массовой аудитории достаточно сложно, дорого и долго. Ну и, значит, средства массовой информации, и у нас там данные, факты, сведения, то есть то, что у нас идет в
как термин информации. Значит, если переформулировать средства массовой информации с помощью там, этих синонимов и понимания вот такой массовой инертной аудитории, мы получим приблизительно такие формулировки. И с точки зрения картинки это выглядит так. Есть некий источник, есть массовая аудитория, и по каналам, по механизмам, по инструментам туда сливается информация. Заметьте, что в этой картинке обратная связь совершенно не обязательна. Вы спросите, где же тут образование? Скажите мне, пожалуйста, тут собралась такая интеллигентная интеллектуальная публика. У кого в школах парты стояли не так? На всех уроках? На истории, на литературе, на английском чаще всего мне говорят. Некоторые преподаватели иногда меняют расположение столов, чтобы дети видели не только затылки друг друга, но еще и глаза. Ведь, по сути, вот это и есть история про СМИ. У нас есть источник информации, который стоит перед нами 11 лет, 4 года, плюс еще 2 года в магистратуре. И мы такие радостные смотрим и впитываем то, что он нам говорит. То есть за все это время формируется некая модель восприятия информации, которая становится подсознательно уже нашей второй сутью, и подумать о том, что может быть по-другому, не всегда получается. Давайте посмотрим, что такое по-другому. На Западе нет, в английском языке нет дословного перевода средства массовой информации. Никто там не говорит instruments for mass information. Они говорят медиа, они говорят масс-медиа. В русском языке есть слова с этим же корнем латинским. Кто латинский язык учил? Нормально. Значит, но вы все, даже не звуча латинский язык, вы знаете эти слова, которые созвучны, однокоренные со словом медиа. На гитаре кто играл? Медиатор, отлично, это посредник между струнами и пальчиками. К гадалкам кто-нибудь ходил? Медиум. Медиум – посредник между духами и нашим миром. Геометрия. Что такое медиана? Отрезок, который соединяет вершину треугольника и середину противоположной стороны. Отлично. Женский размер. Между S-кой и L-кой. Отлично. То есть на самом деле, когда мы говорим о медиа, мы говорим о совершенно другой схеме и о совершенно другом подходе к работе с информацией. Картинка будет совершенно другая. И те люди, которые работают в медиа, у которых в голове медийный принцип работы с информацией, эти люди, они... другими компетенциями обладают, по-другому себя ведут, по-другому относятся к тому, что происходит, в том числе и в образовательном пространстве. Представьте, если вот это показать родителям и нашим учителям. Где дисциплина? Почему на учителя никто не смотрит? Да потому что в этой медийной концепции образования учитель не играет роль источника информации. Он посредник, он помогает ученику, студенту, неважно, взрослому человеку, он помогает дойти от того, где я сейчас нахожусь, к той зоне интереса, которая меня привлекает. И что здесь важно? Важны те люди, которые, собственно, становятся вашими учителями. И совершенно не обязательно эти люди сконцентрированы в одном географическом месте, в одном вузе, в одном городе, в одной стране. Каким образом этих людей можно найти? Здесь, здравствуйте, отсутствие границ между медиа и образованием. Вы можете их найти, собственно, через поисковые системы, да, спасибо. Через поисковые системы. Зная фамилию человека, вы можете найти книжки, которые он написал, можете подписаться на его блог, вы можете приехать на конференцию, где он выступает, можете, не знаю, написать ему «хочу к вам на стажировку», кофе приносить. По сути, отталкиваясь от имени учителя, вы, собственно, открываете для себя это пространство, пространство вашего интереса и пространство вашего развития. Но что делать, если такая фамилия вам пока неизвестна, а ключевых слов не хватает, вы еще так слона общупываете, которого хотите изучить? Для медийщиков мы такую карту составили. Это, то есть, по сути, находитесь вы внутри этой карты, и вокруг это те компетенции, те навыки, которыми вы можете в области медиа обладать. Вы можете посмотреть вообще на все пространство, посмотреть, что из этого вы умеете, что,
ну, то есть, что является для вас уже изученной территорией, вы можете отметить то, что вы хотите узнать, чему вы хотите научиться. И самое ценное в этой карте то, что на конце каждой веточки есть люди, книги, стажировки, конференции, в которых вы можете участвовать. Когда у вас есть понятный инструмент выстраивания индивидуальной образовательной траектории, зачем вам, извините, вуз, который взял на себя ответственность, отобрал ее у вас, определять, чему учиться, в каком порядке, у кого. Заберите обратно это прекрасное право определять свой вектор, свою траекторию образования. А это другая карта, это карта обучения моего сына Макса. И она построена не по принципу предметов, а по принципу разных миров, с которыми он сталкивается. Материального мира, мира культуры, искусства, социального мира, взаимодействия между людьми. И там ветка «Я человек», чтобы узнать себя. И такие карты вы можете составлять для себя, для своей отрасли, для своих детей. И мы тут говорили в кулуарах, и родители говорят: «Я не справлюсь, я не могу, я не умею». Ребята, в медиасфере все, что страшно делать самому, достаточно легко делать совместно. Такие карты, такие и для детей, и для взрослых, мы можем делать на основе краудсорсинга. Поэтому, если вам эта тема интересна, то надо всего лишь сделать один шаг за пределы вот этого географического понимания образования. И вы сами в ответственности за то образование, которое получили. Спасибо.